больше известен как Подоныч. И сегодня я хочу с вами поговорить о гражданской обороне. Вернее, даже не о гражданской обороне, а об одном из его аспектов. О больших массовых крупных убежищах. Как правило, большие массовые убежища строятся в промышленных предприятиях, потому что военная доктрина Советского Союза предусматривала, что в случае нападения врага, чтобы все предприятия работали безотказно. Именно поэтому основная часть убежищ в городах не миллионников располагается именно на территории предприятий. Итак, что же представляет из себя убежище гражданской обороны? Убежище гражданской обороны – это специальное сооружение, предназначено для защиты людей от оружия массового поражения. Это труд глобального пиздеца, который будет падать на наши головы в случае какого ядерного удара. То есть это атомные бомбы, обыкновенные бомбы и прочее. Предшественниками убежищ гражданской обороны являлись дымогазоубежища. Яркий пример такого дымогазоубежища находится на улице Суворова между девятиэтажными домами. Такая квадратная коробка, непонятно для чего. Так это, знаете, дымогазоубежище. Потом там располагался штаб рыбного порта. Позже получили распространение бомбоубежища с преимущественной защитой от бомб и снарядов. Термин «убежище» начал вводиться по отношению к гражданским сооружениям уже после войны. Как же обстоят дела с убежищем в настоящее время? В современных торговых центрах совершенно не предусмотрено то, что возможно будет такой удар. Даже эта парковка не рассчитана на атомный удар, и она сложится как карточный домик. Итак, сейчас я предлагаю провести экскурсию в один практически живой бомбар, который некоторое время назад, к сожалению, был заброшен. А в этой экскурсии мне поможет мой хороший друг и напарник, включенный в одной. Итак, будь осторожен, пиздец возможен. Добро пожаловать в неизвестность. Закрыть дверь на ворота. Убежища обеспечивают защиту укрываемых от следующих видов оружия массового поражения, таких как ударная волна, световая волна, проникающая радиация, пожары, радиоактивные осадки и прочее. При входе в любое убежище находятся герметичные двери, которые защищают убежище от ударной волны и прочих воздействий взрыва. У нас, как в любом другом нормальном убежище, двойные гермодвери. И сейчас мы увидим, что же находится внутри убежища. После того, как заварены гермодвери и убежище переведено в боевую готовность, в него не может никто как войти, так и выйти. Итак, данное убежище было способно вместить около 1000 укрываемых. Как правило, это работники предприятий, в ведомстве которого находится данное убежище. Ведь по военной доктрине Советского Союза, в первую очередь, нужно было выполнять работы по обороноспособности страны, даже после атомного удара. На мирное население, которое ничем не занималось, в принципе, было пофиг. В состав помещений в первую очередь входит помещение для укрываемых, где люди пережидают удар. Также находится помещение для хранения имущества убежища. Вот мы его видим вот сейчас. Там хранятся противогазы, аптечки индивидуальные, костюмы химзащиты и прочий хабар.
Также в помещении убежища находится аварийная дизель-генераторная, которая в случае чего начинает генерировать электричество, если основной источник электропитания выходит из строя. Вот данная дизель-генераторная находится за этой защитной герметичной дверью номер 10, которая нам приветливо открывается и открывает наши тайны. Вот такой вот дизель-генератор находится здесь. Дизельное топливо из баков поступает на двигатель. Двигатель крутит ротор, который соединен с генератором, а уже от генератора идет нагрузка по всему убежищу. Чтобы обеспечивать всех этих людей воздухом, необходимо фильтровать наружный воздух. Ведь неизвестно, сколько будут люди находиться здесь. Возможно, час или два, а в случае ядерного удара, возможно, даже несколько дней. И для этих целей находится фильтровентиляционная установка, откуда поступает воздух с поверхности. В случае необходимости он охлаждается, если наверху бушуют пожары, и подается для дыхания. Все продумано. Но самое удивительное открытие, которое я нашел в этом убежище, это данные колбочки, в которых содержится фосген, синильная кислота, CX, ДДТ, фенол и прочие лакомки жизни. Для чего они здесь, я не знаю, но я бы не хотел трогать эти емкости. С одной стороны, когда смотришь на все эти убежища, тебя печалит, как же так, все покинуто, мертво и немножко угнетает. Но с другой стороны, ты понимаешь, что прошел этот большой пиздец холодной войны, и что, скорее всего, я и мои дети не сгорят под ударом ядерного огня. Укрытие в защитных сооружениях – основной способ защиты населения. Убежище строится заблаговременно, в соответствии с народно-хозяйственными планами. Наиболее экономичны и удобны в эксплуатации убежище, встроенные в подвальные этажи зданий и сооружений. Возможно возведение убежищ и вне зданий и сооружений. Защитные сооружения, как встроенные, так и отдельно стоящие, имеют двойное назначение. В мирное время в них можно разместить учебные классы, службы быта, гаражи, хранилища. Состояние убежищ контролируется руководителями гражданской обороны и специалистами предприятий. В
В зависимости от размеров, защитные сооружения должны иметь 2-3 входа с предтамбуром, тамбуром или тамбур-шлюзом. На входах и выходах устанавливаются наружные защитно-герметические и внутренние герметические двери и ворота. Аварийный выход ведет за пределы зоны возможных завалов и оканчивается оголовком. Система фильтра вентиляции очищает наружный воздух от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Основные режимы ее работы – чистая вентиляция и фильтровентиляция. В зонах возможных массовых пожаров предусматривается режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха. Нормальный химический состав воздуха поддерживается с помощью регенеративных патронов, а специальные баллоны восполняют дефицит кислорода. В убежищах должны быть оборудованы емкости с запасом питьевой воды, канализация, отопление, освещение и связь. На случай выхода из строя внешнего источника электроснабжения устанавливаются автономные электростанции. С помощью специальных приборов контролируется величина подпора воздуха. Плотное закрытие дверей и клапанов обеспечивает герметичность защитных сооружений. Утечки воздуха нет. Убежище готово к приему людей.